В эфире. А теперь вновь главные новости дня. Пресс-служба Следственного комитета заявила, что громкое дело об аварии на улице Марата возвращено на доследование. Я напомню, в результате аварии, произошедшей на улице Марата в октябре 2010 года, погибли супруги Елена и Евгений Зайцев. Машина, в которой они ехали, столкнулась с автомобилем генерального директора компании «Росювелирлюкс» Андрея Карахана. Суд признал его невиновным. Спустя 2 недели после суда Карахан был убит. Доказательство возможной вины Карахана, видеозапись столкновения, исчезло во время следствия. На днях ее выложили в интернет, что дает основание возобновить данное уголовное дело. Да. Шаман, ну что там у тебя? Докладываю. Видео аварии, которое в интернет выложили, настоящее. Эксперты подтверждают. Откуда оно вообще взялось? Аноним какой-то слил. Возможно, кто-то из тех, кто связан с оперативной группой. Вряд ли это понравится семье Карахана. Еще бы. Походит, двое погибших на его совести. Дело отправлено на доследование. Будем разбираться. Вы присутствуете при историческом событии. Спасибо. Балтийский путь приехал в новое здание. Поздравляю. Видите, наших сотрудников очень прекрасно. Уважаю вас. Давай быстрее, еще один обход и закругляемся. 15 августа в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями. Наливайте, ладно, побольше. Поздравляю! Какие мы серьезные! Ну не надо, я ж просил. Ну это товарищ Лопатин, управляющий компанией, вы его не снимаете, он этого не любит. О, идите сюда, скорее. Ксения! Дочь генерального директора Николая Андреевича. Ксения Николаевна. Поздравляю. Они потянутся ли нам на крышу? Пойдем. А посмотрите все вниз. Какая красота. Ой, так высоко, над городом, над людьми. Что случилось? Что случилось? Шеф разбился. Папа! Да, он послал меня. Зачем? С какой целью? Потому что он хотел уйти, как бы по-английски тихо. Здорово. Где Леха? Вот так оно. Да в машине греется. Произошедшим я просто не могу. Сереж, заканчивайте без меня. Я в машине. Хорошо. От кого вы узнали о смерти? Здорово, Шаман. Здорово. Ну что, опять у нас с тобой свидание у трупа. Прости, что без цветов. Ну, хоть какая-то стабильность. Что не может не радовать? Сняли показания? Да, Санек опрашивает дочку убитого. Ну и тебе работы осталось. Толпа гостей, плюс обслуга. Разговариваю хоть до завтрашнего утра. Все равно никто ничего толком не расскажет. Я лучше пойду посмотрю, откуда этот тип низвергнулся. Слушай, удивляешь ты меня. Вроде обычный следак. А как завернешь оборотик какой-нибудь, низвергнулся. Хорошая учительница по русскому и литературе была. Она научила меня правильным фразеологическим оборотам. Кто этот человек в галстуке? Начальник охраны. Анохин. Анохин. Проходите, пожалуйста. Вы понимаете, как только услышали про труп, все сразу кинулись на крышу. Даже официанты прибежали, которые напитки разносили. Вообще у людей ничего человеческого не осталось. А вы сами где были в это время? Я сам был внизу. Меня шеф послал в машине, чтобы я его там ждал. Он хотел с банкета уйти по-тихому, не прощаясь, незаметно. Эта дверь куда ведет? Это служебный вход. Он ведет к кабинету шефа. А мы с вами прошли по главному входу. А можно туда пройти? Можно, конечно. Проходите. Камеры нигде не установлены. В принципе, да. Что значит в принципе, да? Их должны подключить только на следующей неделе. Чем дальше, тем веселей. Привет. Привет.
На банкете чужих не было никого. Были только по заранее утвержденным спискам. Я лично контролировал. Списки я вас изымаю. Диски потом передать. Хорошо, как скажешь. Саня. Да. Составь акт изъятия жесткого диска из компа. И ноутбук здесь стоит. Да. Завтра проверим, что у него там было. Да. Есть еще запись с банкета. Шеф пригласил оператора. Ну, чтобы заснять для истории, так сказать. Не знаю, как потомки, но современники будут вам благодарны. В частности, видео я вас тоже изымаю. Сюда нельзя, там следует. Хорошо, пирог. Как скажете. Я все равно пройду. Девушка. Кто у вас здесь главный? Вы? А вы, собственно говоря, кто? Дочь покойного. Сань. Пока вы все не опечатали, я хочу кое-что забрать. Примите мои соболезнования. Мне нужна всего одна фотография. К сожалению, ничем не могу вам помочь. Все вещи должны оставаться на своих местах. Вижу, взывать к вашим чувствам бесполезно. Подождите. Какую фотографию вы хотите забрать? Хотя... пусть все останется как есть. Спасибо за проявленное сочувствие. Не ожидала. Вот с этого отпечатки сними еще. Подождите, пожалуйста. Мне необходимо с вами переговорить. Не сейчас, конечно, но в ближайшем будущем. Будьте добры, оставьте, пожалуйста, свои координаты. Да, конечно. Я последние годы живу в Лондоне, сюда прилетела только вчера. Остановилась на съемной квартире, я вам адрес напишу. А почему не в родительском доме? Сложные отношения с отцом были. Как, впрочем, наверное, у многих, кто близко его знал. Ксения Николаевна Семакина. Можно просто Ксения. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Саня. Да? Возьми видео с банкета, оцифруй Киме на почту. Даю 2 часа. Хорошо. Осмотр закончили. Телефон в машине забыл. Все бросай, срочно приезжай в комитет. Новый свидетель. Возможно, видел убийцу Карахана. Здрасте. Здрасте. При каких обстоятельствах? Значит, я в тот вечер приехал к жене. К бывшей? Да. Мы только что развелись. Надо проверить имущество там, ну... Да, она переехала к родителям, это в тот дом, где жил Карахан, ну, которого грохнули. Значит, я ставлю свою машину во дворе, в это время из подъезда выбегает мужик, прыгает в свою тачку по газам и рванул сходу, чуть не машину не поцарапал. Вот. А почему вы сразу-то не пришли с этими показаниями? Ну, я не мог прийти тогда. Ну, после развода запил. А тут включают телевизор, новости, а там про убийство рассказывают. Вот я к вам и пришел. Да. Слушаю. Штольц. Привет, это Шаман. Разговор тебе есть. Да, я слушаю тебя. Я сейчас занимаюсь одной аварией со смертельным исходом. И замешан в ней некий господин Карахан, ныне покойный. Тебе известна эта фамилия? Дурацкий вопрос, если честно. Я работал по этому делу, и ты это прекрасно знаешь.
Конечно. Но есть вопросы. Надо встретиться. Хорошо, встретимся прямо сегодня. Боюсь, потом у меня не будет такой возможности. Назначай время и место. В моем офисе через час. Через два. Быстрее не доеду. До встречи. Шаман, здорово. Да. С чего бы это он разговор с тобой потянул? Думаешь, есть связь между убийством Карахана и тем ДТП, где семья погибла? Думаю, есть. Мне нужен свидетель, которого Шаманов не знает. Посидишь в соседней комнате, послушаешь. И еще. Здесь остаток денег по заказу на Шаманова. Передашь исполнителю и скажешь ему, что заказ на младшего Шаманова отменяется. Нет, держи, старик. Так не пойдет. Денег этих я у тебя не возьму. Это как понимать? А как хочешь, так и понимай. Я больше между вами не посредник. Почему? Он вчера сам мне позвонил. Такого никогда не было. Короче, говорит, что аванс вернет, а с Шаманом сам поквитается за напарника. И деньги твои ему не нужны. Дело Карахана отправлено на доследование. А в интернете появилась пропавшая видеозапись аварии, доказывающая его вину. Да, я слышал. Как ты думаешь, если бы запись не пропала, каким было бы решение суда? Слушай, Шаман, к чему ты клонишь? Я сделал свою работу честно. Доказательств вины Карахана суду предъявлено не было. Но он и так кем-то наказан. Я просто хочу узнать, кому он мешал. Он с тобой рассчитаться-то успел? У тебя все? Все. Господин Штольц, пожалуйста, не покидайте города в ближайшую неделю. Я что, под подпиской о невыезде? Да нет, что вы. Просто считайте это дружеской просьбой не чужого вам ведомства. Выходи. Ну что, все слышал? Все. Он знает о твоей ссоре с Караханом. Он знает о том, что ты заказал его. Я тебе тогда еще говорил, что не надо было этого делать. Истерику прекрати, говорил он. Что бы сделал Карахан с адвокатом, который знает всю его подноготную? Я все понял еще тогда, когда он отказался платить мне деньги. У Шаманова железная хватка. Если он вцепился, то он не отпустит уже. И сидеть нам с тобой на одной скамеечке в зале суда. Ты как заказчик, а я как посредник. Ты забываешь еще одного человека. Исполнителя. Только он может нас с тобой сдать. Если будешь делать все, как я скажу, все будет хорошо. Какие-нибудь застарелые болезни. Ну, там сердечные боли, головные боли или головокружение. Вы давно его наблюдали? Видите, я до этого с ним работал другой доктор. Ага. Впрочем, ага, есть запись. Принимал антидепрессанты. По-видимому, в связи с пережитым стрессом. Как раз в то время супруга его покончила с собой. Надо же. Жена Симакина покончила с собой. Да, увы.
А при каких обстоятельствах? Я точно не знаю. Но вроде бы сбросилась с балкона. Семен Ильич? Неожиданная встреча. Знаете, некогда была очень популярная теория, что преступников неудержимо тянет на место преступления. Современная наука это отрицает. Но... Вы на что намекаете? Да боже меня упаси. Я хотел поговорить о жене Семакина. Я ничего не знаю. Если хотите предъявить обвинение, вызывайте повесткой. И учтите, я приду с адвокатом. Александра Семеновна. Здравствуйте, господин следователь. Здравствуйте. Вы прекрасно осведомлены. Хотел поговорить с вашим управляющим Лопахиным, а разговор не получился. А вы знаете, что жена Семакина покончила с собой? Присаживайтесь. Леш, сделай два чая. Вы знаете, там такая запутанная история. Жена Николая Андреевича была признана душевно больной. Ее поместили в клинику для лечения. И что, врачи не доглядели? Да нет. Просто Николай Андреевич взял ее домой на выходные. А она, представляете, спрыгнула с балкона. А они тогда жили в многоэтажке. Какая странная закономерность получается. Сначала жена выпрыгивает с балкона. Потом вдовец погибает при похожих обстоятельствах. А вы сами с Николаем Андреевичем в каких были отношениях? Вам уже наболтали. Что за люди? Это все сплетники и подпевала Лопахина. Языками треплют. Но это все домыслы Лопахина. Кстати, кто действительно был заинтересован в смерти директора, так это он. Николай Андреевич собирался подписать приказ о его увольнении. А я была единственным человеком, на которого директор мог положиться. Понятно. О, не прошло и полгода. Привет. Ты когда обещал зайти? На пути к тебе, принцесса. Совершил несколько подвигов. В общем так, я пробил эту квартиру, о которой ты просил. Оказывается, она выставлена на продажу. Вот телефон риэлтора. Марусь, ты не принцесса. Волшебница. Здравствуйте. Я по объявлению о квартире. Да, три комнаты и спальня. А могу я сейчас приехать посмотреть? Ночью, чё тянуть? Пришел, увидел. Возможно, буду не один. Я с тобой. Вот тебе. Буду один. Все, до свидания. Пока, волшебница. Здравствуйте. Здравствуйте. С вами я говорил по поводу квартиры. Да, пойдемте. Прошу. Прошу вас, проходите. А вы в ближайшее время собираетесь приобрести квартиру? Конечно. Давняя мечта. Конечно, не всякому это по карману, но в моем случае... Я вас прошу, пожалуйста, не смотрите на внешность. Внешность обманчива. Простите, я... Где-то у вас должен здесь быть балкончик. А вот, пожалуйста, туда направо. Спасибо. А вот интересно, кровать моя сюда войдет? Надеюсь, у вас не царская ложа. Два на два. Угу.
теперь пойдем к соседям поговорим. Угу. Надо знать, кто здесь живет. Может, алкоголики какие-нибудь? Да вы что? В таком-то доме? Всякое бывает. Вы что-то хотели? Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Да вот, квартиру покупаю. Хотелось бы с соседями познакомиться. Сочувствую. Почему сочувствуете? Вроде хорошая квартира, разве нет? Как вы думаете, в хорошей квартире хозяйка будет с балкона выбрасываться? Не знаю. Ну, может, ненормальная какая. В тот день я встретил ее во дворе, она казалась совершенно здоровым человеком. Уж извините. До свидания. Два на два у него. До свидания. Да. Это следователь Шаманов. Помните такого? Да. Что вы хотели? Хотелось бы с вами переговорить. Ну, давайте вечером. Где-нибудь рядом со мной на Петроградке. А, хорошо. В таком случае увидимся у вас. В 7 вечера. Вас устраивает это время? Да, конечно. До встречи. Всего доброго. Я бы хотел посмотреть историю болезни пациентки Семакиной. Она была выписана по просьбе ее мужа, и потом она... Покончила с собой. Совершенно верно. Помню, помню. Но, к сожалению, помочь вам ничем не смогу. У нас недавно прорвало трубы, и часть архива затопила. Боюсь, что интересующие вас документы пропали. Это должна быть электронная копия документа. Могу посмотреть, но на это уйдет какое-то время. А почему вас интересует именно эта больная? Я расследую уголовное дело, связанное со смертью ее мужа. Семакин умер? Когда? Позавчера. Упал с крыши. Понятно. Давайте я покажу вам нашу клинику. А по ходу поговорим. Все разговоры в кабинетах пишутся на видео. Распоряжение хозяина. А я думаю, что вы здесь самый главный. Ну что вы. Я всего лишь наемный работник, поэтому приходится быть осторожным. Так вот, об интересующей вас женщине. Mm-hmm. Попала она сюда по требованию хозяина. Они с Семакиным были давние друзья. Лечения, естественно, никакого не назначали, просто давали успокоительное. Угу. Мне удалось вызвать Семакину на откровенность. В сущности, она была очень одинока. Дочка жила за границей. Здравствуйте. Здравствуйте. А муж, она много рассказывала мне о нем. Сначала он прибрал к рукам бизнес ее отца, но затем решил избавиться от нее. А она могла добиться, чтобы ее признали вменяемой? Ну, собственно, в этом и заключался ее план. Притвориться, будто она готова провести остаток жизни здесь, у нас. А потом попросить отвезти ее... До свидания. До свидания. До свидания. Напоследок домой. Она хотела сбежать от него. Провести независимое обследование. Ну, а потом уже подавать на развод. А вместо этого почему-то покончила с собой.
спит, что ли? Да нет, не похоже. Черт. Плохо отравление. Чем-чем? Таблетками. Каменноостровский, 21. Угу. Все, что могли, мы сделали. Девушка сейчас обессилена. Ей нужно под капельницей полежать, выспаться. Угу. К утру будет в норме. Доктор, а что с ней такое было? Говорит, что дозу снотворного не рассчитала. Скорее всего, суицид. Хотела расстаться с жизнью. Вы уж за ней проследите. Спасибо. Обязательно. Семен Ильич, добрый вечер. Здравствуйте. Не спится? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Меня тоже бессонница одолела. Ну, проходите. Проходите. Вместе время скоротаем. Садитесь. А где Ксения Николаевна? Охотно удовлетворю ваше любопытство, но взаимообразно. После того, как вы ответите на мои вопросы, расскажите... Когда вы узнали, что директор собирается вас уволить, вы тогда решили его грохнуть? Подождите, вы о чем говорите? Подождите. Здрасте. Здравствуйте, здравствуйте. Вперед. Спасибо. А вы-то как здесь оказались? А где Ксюша? Смотрите, какие нежности. Ксюша, давно вы стали близкими подругами? Да, у меня есть подход к людям. Ну, кто бы спорил. Я вижу, у вас горячие отношения. Да какие отношения? Это просто смешно. Мы давно уже... Ну, в общем, я хотел предупредить Ксению Николаевну по поводу этой интриганки, которая вообразила себе, что она может дурачить голову не только отцу, ну и дочери. Да. А ты узнал, что приказ о твоем увольнении еще не подписан, и испугался, как бы Ксюша не захотела выполнить волю Николая Андреевича и прибежал сюда подлизываться, а заодно и мне наподличить. Да? А ты-то чего сюда пришла? А, чтобы под шумок у дочери купить часть контрольного пакета акций, который рассчитывала получить от Семакина. А Семакин, надо полагать, отказался продавать и дарить эти акции. Да. Редкостный был жмот. Так, я хочу увидеть Ксению Николаевну, чтобы открыть ей глаза на то, что происходит у нас в банке. Где она? К сожалению, Ксения Николаевна с вами говорить сегодня не может. И не хочет. Доброй ночи. Здравствуйте. Вы извините, что мы... Увидимся на заседании правления. Угу. Я вас не задерживаю. Конечно. Спокойной ночи. Извините, ради бога. Извините. Извините. Извините, Ксения Николаевна. Пойду провожу. А вы почему не уходите? Вы уже сделали все, что можно. Забрались в дом без спроса врачей, вызвали, довольны? Но я же не ради своего удовольствия это сделал. А работа у меня такая.
приходить без спроса и мешать людям делать глупости. Кто вам дал право решать за людей, хотят они жить или нет? Не знаю. Но повторить попытку вам не удастся, обещаю, потому что я остаюсь здесь как минимум до утра. Да. Боже. Не нравится моя кандидатура? А хотите, я вызову и приставлю к вам другого сотрудника? Прямо сейчас позвоню и вызову его. Тогда вы уйдете? Только после того, как вы ответите мне на некоторые вопросы. Да. От вас так просто не отделаешься. Конечно. Я был в психиатрической лечебнице, где лежала ваша мама. Я не готова об этом говорить. Хорошо, поговорим об этом позже. Скажите, а почему вы приехали в Питер? Приехала. Хотела помириться с отцом. Позвонила ему, он позвал меня на банкет. Думала, мы сможем с ним поговорить. Разговора не получилось? Нет. Хотела вызвать его на откровенность, но он не захотел. А почему вы поссорились? И почему именно сейчас решили помириться? Не знаю. Что-то мне нехорошо. Принесите воды, пожалуйста. Да. Здорово. Проходи. Ну что, где объект? Надеюсь, молодая и красивая, а? Или кошелка какая-нибудь? Тише ты, разорался. Проходи давай. Разувайся. Учишь тебя, учишь. Приехал мой коллега и обещал, я ухожу. Ну и вы мне тоже кое-что пообещайте. Во-первых, никаких новых безумств. А во-вторых, мы продолжим наш с вами разговор после того, как вы придете в себя и сможете поставить на место наглого, но обаятельного следака. То есть меня. До свидания. Да, привет, Максим. Чего так поздно? Что-то случилось? Да, все нормально, пап. Слушай, ага. Можешь забрать дома мой страховой полис? Я тут сухожилие растянул, надо бы врачу показаться. А без полиса не примут. Хорошо, заберу. А ты позвони, как на прием сходишь. Не дай бог, что серьезное. Лады? Да, лады, пап. Все. Давай. Давай, пап. Пока. Машинку помоем?
стекло 50, кузов коврики 100 рублей. Евростандарт. Сделаем все в лучшем виде. Мужик, иди отсюда. Уважаемый, так ведь недорого. Ты что, по-русски плохо понимаешь? Я тебе сказал, вали отсюда. Понял. Не дурак. Ухожу. Зараза. Тоже ли в родной дом по крышам пробираешься? Я не слышу. Ну? На месте стой! Стива. Спокойно, дядя, и все будет в порядке. Я сказал, стой на месте! На месте стой! Я сказал, на месте стой! Я ему башку прострелю! Все в порядке. Нормально. Да. Батура, ты сейчас занят? Я особо. Пробей-ка мне пару номерочков. Ну давай, диктуй.
Алло. Здорово. Мой план сработал. Следак вывел меня на нашего друга. Еду за ним. Закончишь дело, сразу избавляйся от машины. Ладно. Ключи у Джинова. Не маленький. Как закончу, отзвонюсь. Остается. Ты же меня не простишь, если я не выйду на работу. Нужен фоторобот. Я уже дал описание. Роста ниже среднего. Волосы черные, глаза черные, безумные, внешность не славянская. Похож на этого артиста из фильма «Крестный отец». Погоди. Он? Он откуда у тебя? Это фоторобот убийцы Карахана. Новый свидетель помог составить. Похоже, на тебя охотится тот же исполнитель, который убил Карахана. А может быть, не только исполнитель, но и заказчик один и тот же.